От станции МЦД Сколково до Трехгорки за считанные минуты на велосипеде. В Одинцовском округе появилась новая велодорожка длиной более 1 километра. Она проходит по Подушкинскому лесу и уже полюбилась не только спортсменам, но и молодым родителям. Для ее обустройства вырубать деревья не пришлось. Трассу вписали в уже существующий ландшафт. Впрочем, поработать еще есть над чем. Например, предстоит осветить новую зону отдыха. Мы сейчас определили несколько мест, где надо еще сделать вот эти сходни. Вот такие мини-пандусы, так их назовем, чтобы удобно было. Ну вы сейчас ехали 10 минут. С коляской нашей мамочки. Где-то 17-20 минут. И, конечно, нам нужно продумать, вот с Николаем тоже уже обсуждаем, как от всех пандусов, которые с площадок, с микрорайона, сделать тоже примыкание к нашей дорожке. Тогда уже будет вот действительно полный комплект. Лес в Новой Трехгорке – излюбленное место отдыха шашлычников. И пока отдыхающие наслаждаются запахом жареного мяса, местные жители плотнее закрывают окна и переживают за пожарную безопасность. Нас все равно беспокоят костры, которые здесь постоянно разжигают. То есть порубочные остатки, которые вы сейчас уже озвучили, будут вывезены, да? Но тем не менее, пожароопасная ситуация, она актуальна. И хотелось бы вот отдельные места, как вы озвучили. Все же сделать отдельные места для барбекю. И желательно на той стороне. Все равно они будут. Скоро в парке Новой Трехгорки станет еще живописнее. Этим летом местный пруд начали готовить к благоустройству. Основные работы запланированы на следующий год. Они затронут не только берег, но и сам водоем. И береговую зону, и гладь. Но мы уже в этом году большую работу провели, Андрей Робич. Мы здесь чистили, убирали и совместно вот с жителями. И, в общем-то, в рамках и субботника, и силами нашего парка мы делали, парка Лазутина. А вот и общественники помогали. Но на следующий год у нас такая уже глубокая чистка. Велодорожка в Новой Трехгорке тоже получит свое продолжение. Она свяжет сразу две крупные зоны отдыха муниципалитета – парки Малевича и Мещерский. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».